На продвинутом курсе английского языка мы будем заниматься некоторыми очень серьезными вещами. Во-первых, мы расширим количество форм глагола, которые используются в английском. Мы уже не будем обходиться достаточными для простой разговорной речи, для туристического обиходного общения короткими фразами. Мы будем строить сложные предложения. Мы будем очень серьезно расширять идиоматику, то есть заниматься словосочетаниями, пословицами, афоризмами. И, конечно, мы будем говорить на гораздо более широкий круг разных тем, сфер, в том числе профессиональных, которые будут интересовать наших слушателей.